Более 150 килограммов нерки незаконно выловили трое камчатцев на реке Плотниково на полуострове. Нарушителей с поличным задержали сотрудники полиции совместно с инспекторами агентства по рыболовству в рамках операции «Путина-2022». Добычу рыбы ценных лососевых пород браконьеры осуществляли с использованием резиновой лодки и жилковой сети. Рыбопродукция изъята и помещена на ответственное хранение. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 1 миллиона рублей. За незаконную добычу водных биоресурсов возбудили уголовное дело. Фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства явки. Расследование продолжается.